лауреат международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Максим Расоха. Сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, мы сегодня с вами сможем благодаря музыке, звукам волшебной музыки оказаться в Вене, попутешествовать по ней немножко и вернуться обратно в Минск. И по доброй традиции мы начнем нашу программу, которая называется «Штраус на бис» с увертюры «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Thank you.
Я так понимаю, что можно уже больше ничего не исполнять. Да, я так понимаю. Вот. Вы так аплодировали, как будто это уже последний финальный номер. Но нам приятно, что это первый номер. Даже вот маленькие дети, я слышу, тоже радуются такой музыке. Вы знаете, Иоганн Штраус – это был уникальный человек, это гениальный человек, композитор и музыкант. И он умел делать так, что вот написал 15 оперетт, а потом брал свои темочки из этих оперетт и создавал из них отдельные произведения. И так случилось со знаменитой полькой «На охоте». Он взял темочку из оперетты «Калиостро в Вене» и создал шедевр «Полька на охоте». Тем более для нас очень ценно это произведение, как говорят наши музыканты. Это визитная карточка нашего коллектива. С нее точно не дадут соврать наши куранты. Началась история нашего коллектива. Итак, «Полька на охоте» в лучших традициях венской и австрийской охоты. Так что предлагаю побывать на настоящей охоте в лесу. Это звуки венских коселов, которые можно услышать в лесу на охоте, все рядом, как и у нас в Минске. Thank you.
Но сегодня попали в утку. Мы иногда голубей подстреливаем, но сегодня повезло. Утка, причем это не кряковый, это селезень, на них можно охотиться. Они потомство не высиживают. Так что все в рамках закона. Штраус был очень умным человеком. Он много сезонов проработал в России, давал бенефисы свои летом, а после этого уезжал к себе в Вену и занимался там творчеством. И он сочинял произведения для русской публики, потом привозил их в Вену, выдавал за новые произведения. Очень удобно было. Сочинял одно, и целый год ты его катаешь по всем странам. Так произошло с полькой, которая называлась «В Павловском лесу». Был такой Павловский вокзал, где проходили концерты. А потом приехал в Вену и назвал его в местечке Крапфен. Такое место, где любители природы в Вене гуляют, слушают шум птиц, пение птиц. Вот. И сегодня мы тоже представим эту польку. Вот в руке у меня такой инструмент. Он немножко похож. Ну, а на что он похож, на какую птицу, я думаю, вы услышите, угадаете. Договорились? Можно даже посчитать, сколько раз. Thank you.
Здесь есть специальное место, куда можно положить реквизит. Его там не уведут. У нас есть охранник, Миша Ударник, он же охранник. Спасибо ему. Вы знаете, Штраус сын младший, говорят. А есть Штраус старший. Дело в том, что взаимоотношения между вот отцом и сыном очень тяжелые были. Отец был один из основателей венского вальса, классического венского вальса. И очень ревностно относился к конкурентам. Поэтому даже своим трем сыновьям он запретил заниматься уроками музыки. Напрочь. Вот просто нет и все. Но у сына, у старшего сына, он же младший, но он старший, было желание. И он так хотел заниматься музыкой, и втайне от отца он брал уроки скрипки. И однажды отец вернулся домой раньше времени и услышал, что из комнаты маленького Штрауса звучат звуки скрипки. Он поднимается туда и видит картину. Стоит маленький Иоганн, играет на скрипке перед зеркалом в концертном костюме и держится такой манерой, как отец на сцене, также кланяется, как отец на сцене, и играет так же, как отец. После долгого пристрастия, так сказать, узнали, что он, оказывается, брал уроки у первого скрипача, отца оркестра, но деньги, вот сейчас вы почувствуете, насколько Штраус был очень умным и продуманным человеком, деньги он брал на занятия, давая сам уроки соседскому мальчику давал. Его научил скрипач, он мальчику пошел соседскому, дал занятия, получил денег, пошел денег отдал за урок. Бизнес, маленький бизнес. Вот такой был очень продуманный Иоганн Штраус. Дело в том, что отец ушел из семьи, и Штраусу маленькому было 18 лет уже, и он один должен был уже кормить семью. Семья была большая, две дочки, две сестры, два брата еще и мама. Штраус создает оркестр и буквально через год дебютирует на сцене в Вене. И на утро местные газеты написали: «Добрый день, Штраус младший, и до свидания, Штраус старший». С тех пор Иоганн Штраус младший завоевал свой Олимп в мире искусства. И самое интересное, что он был настолько талантливый, он рождал мелодии мгновенно. Родилась мысль, он ее записал на манжете, на салфетках, что было рядом, на том и записывал. А потом, как гром и молнии, эти мелодии раздавались со сцены, и люди всегда этому были очень рады. И сейчас мы представим его шедевр «Полька, гром и молнии». Так что слушайте. Thank you.
Ну все, точно заканчиваю, наверное, я так понял. Не, не отпустите, ну все, ну, придется играть. Я так и думал. Вы знаете, взаимоотношения отцов и детей, тем более, если два талантливых или гениальных человека, очень всегда тяжело. И коварный случай в истории музыкальной культуры есть такой очень интересный. В 1848 году в Вене, в Австрии, произошло восстание. Скажем так. И, собственно, все поделились на две стороны. Одни за нынешнюю власть, другие за новую власть. И отец и сын были по разную сторону баррикад. Естественно, отец был за прежний режим, сын за новый режим. И когда правительство увидело, что повстанцы практически уже взяли власть в свои руки, они вызвали итальянского генерала Радецкого подавить это восстание. Что он с успехом сделал? Он практически Вену погрузил в кровь, потому что очень много людей тогда погибло. И вроде как бы старая власть торжествовала, то, что она сохранила свои позиции, а потом они одумались и поняли, что сотворили большую трагедию. И, конечно, Радецкий пал не в милость, а тут отец Штраус, возьми да и напиши марш в честь этого генерала, который называется «Марш Радецкого». Ну, соответственно, после того, как Радецкий пал не в милость, отец Штраус тоже присоединился к Радецкому. И, собственно говоря, о нем сразу же забыли. Но марш остался, и для исполнения этого марша мне нужна будет ваша помощь. Поможете? Ну, тогда мы его исполним.
ансамбль «Минск Классик». Вы заметили, что всего лишь 11 человек, а звучит как большой симфонический оркестр. Заметили? Ну... Вот, вы знаете, что я вот замечаю вот на вечерах у классики, у ратуши, что вот публика, которая приходит в эти вечера, именно классической музыки, настолько интеллигентная, настолько образованная, настолько жизнерадостная, все улыбаются, все хотят получить настоящее удовольствие, эмоции от музыки, настоящей хорошей музыки. И насколько вы четко вместе с нами исполняете музыку своими хлопками, насколько четко вы снимаете, насколько вы начинаете. Вот это очень здорово, приятно с вами работать. Вы действительно настоящие гении на этой площади. Спасибо вам большое. И в продолжение Иоганна Штрауса очередная полька, которую он сочинил тоже в России на очередном своем бенефисе. Называлась она «Бал шампанского». Она так понравилась публике, и после концерта он ее исполнял еще 10 раз на бис, а может быть даже и больше, об этом источники умалчивают. Приехал в Вену и назвал эту «Шампань-полька». Исполнен для венской публики, они же не были там, не знают. Умный человек был Штраус. Но он был очень умный. И у него не всегда было хорошее материальное положение, не всегда хватало финансов. И с помощью каких-то влиятельных лиц, особ, он всегда пытался поправить свое экономическое положение. И в частности, вот эту польку он посвятил тамошнему австрийскому министру финансов Карлу фон Бруху. И в середину этой польки вставил тему знаменитой кабацкой песни того времени «Что мне за дело, что мне за дело, есть деньги у меня или нет?» И посвятил это министру финансов. Мы не знаем, насколько исправилось его финансовое положение, но судя по тому, что полька до сих пор пользуется спросом, я думаю, что повезло. Если представить, что музыканты немножко уже подвыпили, она просто очень такая корявенькая полька, немножко смещение сильной доли, то она звучит очень прекрасно. Но мы не-не, вы знаете, что до концерта не-не. Итак, представим. Thank you.
знаете, как говорится, нет повода не выпить, но мы с хорошего повода, буквально по 20 грамм. Спасибо. Причем это не реклама советского шампанского отнюдь. Это не нарушение никаких правил и директив. Все чинно благородно. Мы хотим просто выпить за замечательную традицию. Вот у нашей ратуши на площади Свободы, раньше это Соборная площадь называлась, это был центр города Минска. Сейчас это культурный центр города Минска. И мне очень приятно, потому что я сегодня прогулялся по всему верхнему городу. Везде звучит музыка, ходят радостные люди. И такое ощущение, что где-то в Европе, в настоящей Европе, в Германии, во Франции, думаешь, это же у нас в Минске, как здорово, наконец-то мы достигли того уровня, высокого уровня, интеллигентного уровня, классического уровня. Я хочу за это выпить, за то, чтобы эта добрая традиция еще очень-очень долго продолжалась. И вы приходили сюда, мы вас радовали отсюда. Можем даже поменяться местами. Вы сюда, мы туда. Ничего не изменится, вы очень талантливы. В общем, за добрую традицию и за наших минчан и гостей столицы. У нас очень такой самодостаточный коллектив, такую прошедшую оптимизацию. У нас есть и охранники, они же ударники. Есть фаготисты, которые могут выносить бокалы для шампанского. Работают официантом. Ну, не всегда получается, но человек старается. Это очень хорошо. Есть человек, который специально открывает шампанское. Только вот Роман Ветров открывает шампанское. Есть люди, которые его обычно выпивают. Да, есть люди, которые его не выпивают, им не достается после концерта. Все разные, это очень здорово. Так что вот такой ансамбль «Минск Классик». Ну, вы знаете, вот я так принял глоток музыкального шампанского. Такой смага такая была немножко, жарко. Ребята там мучаются, я чуть-чуть горлышко смочил. И можно помечтать после шампанского. Давайте мы с вами представим, что мы с вами в Вене. Вот давайте закроем глаза. Вот. Закройте все глаза, пожалуйста. Вот закрыли все глаза. И если мы с вами в Вене, то обязательно должны услышать музыку Иоганна Штрауса, которая наполнена все улицы и вся атмосфера. Вот прислушайтесь. Слушайтесь, обязательно услышите. Раннее утро.
Лучи солнца пробиваются сквозь листья. Всех приглашаю на увлекательное речное путешествие по прекрасному голубому Дунаю.
Но мы продолжаем дальше, правильно? Естественно, спасибо. Даже у нас свой суфлер появился уже, нам подсказывает, что делать. Это замечательно, это хорошо. Возьмем в штат. Пардон, на добровольных началах для начала, ну потом... Согласна, берем. И вот представьте, Иоганн Штраус, он на пике славы, он востребован всей Веной, всей Австрии. У него свой оркестр, которых несколько. Но вот в 28 лет он занемог от переутомления, но бизнес уже запущен. Концерты расписаны на год, на два, надо что-то делать. И тут на помощь приходит его младший брат Йозеф Штраус и продолжает семейное дело, пока Иоганн лечится. Потом присоединяется еще и Эдвард Штраус. Их уже трое. Такой семейный бизнес, семейный подряд. У них три оркестра. И представьте, в одно и то же время в трех местах Вены идут корпоративы, как их называют. Большой оркестр, 200 человек, делится на три части и в трех местах одновременно выступает. И в перерыве братья успевают на каретах поменяться и уже дирижируют другими этими оркестрами. То есть успевают меняться дирижеры. Вот так вот, представляете, вроде Иоганн Штраус подирижировал, через полчаса уже брат, через полчаса еще другой брат дирижирует. Очень хорошее дело у них было. Так что жили они и не тужили, и жили припеваючи, без забот. Так называется следующая полька. Иоганн Штраус имел столько наград и всяких орденов, медалей. И среди этого многообразия есть орден Солнца. Ему подарил персидский шах, когда был в Вене, в Австрии. И Штраус, собственно говоря, решил как бы улучшить, вероятно, свое материальное положение. Сочинил персидский марш. Марш персидской армии. И в серединку марша он вставил кусочек гимна Персии тех времен. И однажды уже вот буквально в 19 веке, даже уже в 20-м, в начале 20 века, в Австрию должен был приехать, опять же таки, шах Персии. И его повели в музыкальный театр, где давали летучую мышь.
позвонили директору театра, сказали, что перед началом обязательно нужно сыграть марш персидской армии. Все здорово, нашли ноты, положили, музыканты готовы играть, и тут резко дают отбой. Оказывается, кто-то спохватился, что вот этот кусочек гимна Персии – это предыдущие династии шахов, враждующие, с которыми сейчас находятся у власти. Если бы они сыграли тот гимн, то, возможно, был бы политический казус, который не случился. Но мы его и сыграем, нам без разницы. Бывает и такое. Догоняют. Наверное, сейчас услышим. Вы знаете, музыка Штрауса, она действительно гениальна. И кроме того, что он написал, она еще очень сильно повлияла на многие направления музыки. К примеру, как джаз. Мало кто знает, что в 1939 году на территории Беларуси появился первый джаз-оркестр БССР. Под управлением Эдди Рознера, заслуженного артиста БССР Эдди Рознер. И что самое интересное, был такой композитор Юрий Бельзацкий. Он был пианистом, аранжировщиком и вторым дирижером, как говорят в этом оркестре. И фактически, смотрите, в Москве был эстрадный оркестр Утесова, и в Минске, и больше на Советском Союзе практически и не было ничего. И это был настоящий такой джаз, европейский джаз, потому что все музыканты — это беженцы из Польши, которые спасались от гитлеровской Германии. И у нас образовался настоящий коллектив. И вот этот Юрий Бельзацкий, замечательный композитор, сочинил фантазию на тему вальса Иоганна Штрауса «Сказки венского леса». Так что предлагаю услышать. Датация этого произведения — 1941 год. Это фактически одно из самых первых джазовых сочинений белорусской музыки, белорусского джаза. И сейчас вы его услышите, я думаю, что вы услышите его впервые, потому что это рукописный вариант, он находится только у нас, в нашем коллективе, у нас монополия.
Ну так получилось, никто же не виноват. Итак, дорогие друзья, сказки Венского леса. Вы услышите их в стиле болеро, в стиле румбы и, конечно же, в добром, замечательном свинге. Итак, Юрий Бельзацкий, Эдди Рознер и Государственный джаз-оркестр БССР. Концерт «Вальс». Thank you.
Спасибо большое. Ну, фактически мы с вами аплодируем нашему национальному белорусскому искусству, белорусской культуре, белорусской музыке, о которой мы немного знаем, но благодаря сегодня вы уже на 5 минут ее знаете больше. Ровно 5 минут звучало это произведение. Вы знаете, что вот классика у ратуши, есть ратуша. А вы знаете, что вот это здание, которое стоит за Бетховеном? Это концертный зал «Верхний город». И там тоже идут концерты, кстати. Так что вы, когда проходите мимо, иногда заходите на концерт. Там есть очень интересные концерты. И в частности, наш коллектив «Минск Классик» дает около 6 концертов, наверное, в год в этом зале. И буквально ближайший концерт – это, наверное, впервые такой концерт звучит на этой сцене и вообще уже в Беларуси. Называется он «Карнавал животных». Вы помните передачу «В мире животных»? Вот ровно 50 лет назад появился первый выпуск. То есть 50-летие отмечается в этом году. А мы решили сделать музыкальную передачу «В мире животных». И что мы сделали? Мы собрали все практически известные, лучшие сочинения композиторов, связанных с животным миром, которые отображают птиц, зверей и других млекопитающих. И в одном концерте мы исполним это все. Это будет и полет шмеля, и танец маленьких лебедей, и танец кроликов, танец комара, романс лягушки, друзья, дуэт котов Россини, минуэт быка Гайдна. И центром этой программы станет зоологическая фантазия «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса, французского композитора. Так что, если хотите с нами встретиться в следующий раз, 23 августа. Уже будет прохладно вечером, а там будет тепло. Так что можно будет прийти, сидя, послушать. Не надо будет стоять, с ноги на ногу перехаживать. Будем рады вас видеть там, дорогие друзья. Но мы продолжаем все равно. Я к своему охраннику. И, ну, сейчас предлагаю отправиться в такое музыкальное путешествие Вена-Минск. Дело в том, что в Вене, в Австрии, когда появилась железная дорога, ее хотели разрекламировать. И кому обращаются? Конечно, к Штраусу. Помогите, надо что-то сочинить. А он моментально сочинял. И железная дорога придумала такие экскурсии. Поезд удовольствия назывались они. Человек садился и не знал, куда он ехал. Ждали его какие-то сюрпризы, шаржи, розыгрыши. Было очень весело. Так что мы тоже туда отправимся. Штраус и написал: «Полька, поезд удовольствия».
Вы не ошиблись, Александр? Это... Приз. Или деньги. Ну, что-то знаешь, что там? Приз? Ну, если с каждого по рублю, это 5000 на человека, это сколько будет? 5000? Не, ну, это сумасшедшие деньги. Мы бы столько могли концертов сделать на эти деньги. Скинемся. Но сейчас я сниму, оператор покажет, чтобы все видели, да, оператор. Вот, если можно, вот сюда вот посветите, покажите. Я пока спрячу. Вы знаете, жизнь такая штука, что профессия, ну, бывает, меняются профессии, люди меняют профессии, ну, а все, вдруг не сложится у меня с музыкой, не получается иногда, ну, вот, понимаете, а это дело всегда, подбить что-то надо кому-то, выковать, всегда пригодится. Прибыльное дело. Вот я уже нашел компаньона по делу, у нас уже есть свои люди в зале. Итак, полька с Кузнецовым, ваш уважаемый слуга, он же и кузнец. Друзья, ваши аплодисменты. Ансамбль «Минск Классик». Главный дирижер. Стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Лауреат международных конкурсов. И гениальный шоумен Максим Росоха. Большое спасибо. Я...
Я буквально представлю наших замечательных участников. Уже просто поздно, уже нельзя шуметь. Но 23 августа там можно. Приходите, я буду ждать. Роман Ветров, флейта. Валерия Алисюк, гобой. Дмитрий Яроцевич, два кларнета. И вот это. Александр Атрашкевич, он же официант, он же фаготист. Наше замечательное сравнение. Алиса Ветрова, рояль. Анна Семенова, колокольчики и тарелки. Ну, сердце нашего коллектива Михаил Константин и Константин Михайлов. Я его не... Пускай Миша Константинов сегодня будет его звать. Ну, самый низкий инструмент – это человек, который знает, где зарыта собака. Александр Ковган, контрабас. Тромбон, Игорь Цветков. Павел Кунц, валторна. И Максим Полиенко, замечательный трубач, солист. Друзья, к сожалению, надо прощаться. Мне было очень приятно с вами творить, заниматься творчеством, музыкой. Так что 23 августа приходите, будем тоже хлопать и убивать. До свидания, друзья. До новых встреч. Всего хорошего. Минск, пока. Друзья, огромное вам спасибо. На этом четвертый вечер проекта «Классика у ратуши с Велком» в 2018 году завершен. Ждем вас ровно через неделю, как и каждую субботу до конца августа, ровно в 20:30 у Минской ратуши. Счастливо, хорошего воскресенья. Пока.